Работодатель не отпускает меня с работы для прохождения диспансеризации. Имеет ли он на это право? Для прохождения диспансеризации работодатель обязан предоставить работнику один нерабочий день, один раз в 3 года. А предпенсионерам и пенсионерам 2 раза в год. Для оформления предоставления такого нерабочего дня необходимо письменное заявление, и оформляется это приказом.